Дазл может дать ультимейт. Попытка цепануть Дазла. Рейдж пошел грызаться. Найкс, опен ваунс. Шачло грызет. Еще тычка Дазла с Брилли. Ульт аппарата залетает, попадает по Бэйну. Здесь Фурион. Где Фурион? Но он делся. Фурион тут. Отличный дримкойл по троим. Просто здесь начинают мансовать. Карусель, карусель, это радость моя. Правда, лайн здесь разваливается на самом деле. Фурион наваливает неплохо. Виномансер выживает. Урной подхилили, пытается уйти Фурион. Ставится вортекс. Минус 3 уже исполнили релакс. Неужели догонит чей Фуриона? Есть. Пах! Фурион урна, надо сделать тычку. Фурион отваливается. Отсюда может уйти. И спой, спой тоже отваливается. Это минус 5 в исполнении релакс. Прыгай! Хорошо! Аки, тут же Хекс, мы же не кра! Флай уже расставался, забить на него, он умирает в любом случае, борды поставили здесь, пошла атака дальше, подняли метра, у нас Трикси, Трикси! Нет, Трикси не здесь вообще, Трикси сейчас... Трикси у нас погибает, а С4 успел выжить в этой ситуации, попадает он бластом по ноутейлу, ноутейл цепляется в эро. С4 теряет Аегис, Лоду подкидывают, хорошо, насыпает, еще два удара по Лоде, Лоду не успевает насосать, Лода 20 хп убегает, чуть-чуть спешом, я думал зацепит! Он его зацепил! Как он его зацепил? Пошел до конца эра. Так. Так. И давайте. Говорит, так, босса, давай. Босса, бей его, убивай. Бей его, я держу его. Убиваем босса, пацаны, кайтим. Волки. Что дальше? Хекс, еще один, еще. Давайте по очереди. Так, теперь ты Хекс даешь. Ты смотри, а ведь получается, действительно получается, Висп в результате сдулся. Еще раз Хекс, хорошо. Сетка, сетка, сетка. Висп возвращается обратно. Боже мой, что происходит? Цепляет Эру. Раст опять держит, говорит, домочи его, пока я его держу. Боже мой, Кани по-прежнему жив, высасывает бульдога. Бульдог под мекой уходит. Тут Вард стоит всю эту драку. И... Так, в итоге, сухой итог этой драки. Все умерли, все выкупились. Играем дальше. Но тем не менее, кстати, прикольные ауры. Никс прыгает, хорошо прыгает он на Солыча. Тут теряет Сардар и станет всю эту движуху. И ловят гирокоптера, и какое тут месиво начинается. Лин пытается разультиться. Хорошо, вроде бы он там разультился. Но, блин, как же тут разваливает Соло. Вот тот, кого нужно было убивать в первую очередь. Как же тут накосячили мимы. Как же RockSkiz все классно сделали. Никс прыгает, импейл, моноберн, винга, стан, минус армор, начинает нарезать Соло, Соло на развороте, Соло на развороте, Соло на развороте, сейчас будут проблемы, Эйс успел закарапассировать Солычу, главное теперь не стрелять, или все-таки это будет выстрел в голову, да, вот это неплохо. Охраняет сейчас Энви. Она решила ультануть просто, это Луна в пятерых сейчас. Без папа дожгли. Плотно подхиливал Висп, но на него кинули Дум своевременно, и Луну переезжает метеоритом. Шахверк! Шахверк закрывает троих и визажа отталкивает. Ультракилл Бон Севен! Вот это да!